А сегодня я приготовлю холодец. Ну, буду я его готовить ровно час. Не как обычно мы готовим 4-5 часов, а за час. А поможет мне в этом, естественно, наша кастрюля, цептер и крышка синкроклей. Вот при помощи ее холодец готовится намного быстрее. Так, ну что для холодца нужно? Естественно, свиное копытце. Ну, я еще беру для мяса курицу домашнюю, лук, специи, соль. Так, начинаем закладку. Закладываем копытце, нашу курочку. Копытце, оно черное. Копытце, ну, это голяшка тогда. Так, возьмем лучок. Ну, лучок для вкуса, поэтому я его буду такими двумя кусочками положу. Так. Горошек, лавровый листик и совсем немножко соли. Так, это, наверное, может быть третью часть столовой ложки. Вот. Заливаем водой. Так, закрываем крышкой. Поворачиваем, и она так закрывает плотно. Что ж, держит хорошо. Дальше включаем огонь. Самый большой. И ждем, когда у нас выпрыгнет красный флажок. То есть образуется давление и выскакивает флажок красненький. Ждем. Так, смотри, у нас выскочил красный флажок. Теперь делаем огонь маленьким. И наш холодец будет вариться еще минут 40. Ну так, 40-50 минут. И я уверяю, через это время он будет готов. Вот посмотри, у нас сейчас отработал запасной клапан и стал выходить немножко в пар. Это все естественно, так и должно происходить. Когда образуется большое давление, пару некуда деваться и срабатывает запасной клапан. Так, ну что, можно уже отключать огонь. Но крышку ни в коем случае не открываем, а ждем, когда наш красный флажок опустится вниз. Температура немножечко снизится, ну и только после этого можно открывать крышку. Это примерно 5-10 минут. Так, ну что, открываем. И смотрим. Смотри, как замечательно. Ой, еще булькает все. Ну, подождем немножко, чтобы у нас бульон остыл, и тогда уже можно будет разливать порционно. Так, ну что, я нашу курицу и свинину порционно разложила по мисочкам. Ну, теперь можно заливать бульончик. Для бульончика я сняла жировую пленочку. Кстати, в нашей посуде чем удобно, что можно заливать даже в бутылочку. Струйка течет тоненькая. И все. Теперь ставим холодильник на ночь. Ну, и холодец наш готов.